Хочу поздравить всех мужчин с Днем Защитника Отечества и всех девушек с наступающим Международным Женским Днем. Еще чуть-чуть и наступит весна. Хотя погода и так совсем не зимняя. Но как приятно осознавать, что зима закончилась. К тому же началась Масленица, а это значит, что можно до отвала наесться блинами. В комментариях к прошлым видео многие из вас просили нарисовать Мексику. И сегодня мы это сделаем. Мексика – это государство в Северной Америке, изображается преимущественно мужского пола, одет в пончо и сомбреро, часто с гитароном в руках, характер веселый и дружелюбный, любит весело проводить время и отдыхать. В Мексике принято отмечать очень странный праздник – День мертвых. В эти дни устраивается карнавал, готовят угощения в виде черепов и скелетов и посещают кладбища. Спасибо, что пригласил. Я рад, что тебе нравится. Но это еще не все. Ночью будет еще круче. Правда? И что мы будем делать? Возьмем вкусняшек и продолжим веселье на кладбище. На кладбище? Ночью? Ну ладно. А ты уверен, что это хорошая идея? Куда же вы? Я же пошутил! Мексиканцы абсолютно все едят с чили. Даже фрукты и десерты не являются исключением. У туристов это вызывает гастрономический шок. Какая жара! Может, по мороженке съедим? Давай. Мексика – страна, любимая туристами. Здесь уникальная природа и есть что посмотреть. Самым туристическим местом страны является райский полуостров Юкатан. У этого названия есть интересная история. Ну, наконец-то приплыли! Что это за неведомая земля? О, дружище, иди-ка сюда. Расскажи-ка мне, как называется это прекрасное место? Юкатан? Я не знаю. Юкатан... Красиво звучит.
Америке распространена профессия мариачи. Это певцы и музыканты, исполняющие традиционные песни. Их можно услышать и увидеть где и когда угодно. Что это? А, это мариачи репетируют. Нам повезло, мы можем слушать их бесплатно. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Да сколько можно? Уникальная система налогообложения. Художники могут платить налоги своими произведениями. Пришло время платить налоги. Итак, какие бы мне отдать рисунки? Этот слишком красивый, этот мне жалко. Отдам вот этот. Этот. Ну, и вот этот. Маловато будет. Ладно, нарисую еще один, специально для налоговой. Автопортрет. Жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Пишите в комментариях, какую страну вы хотите научиться рисовать, и я сниму про нее один из следующих выпусков. Всем пока!